Я надеюсь, что буду плотно встречаться с теми, да? Потому что встань, будет встать. Так, следующий лот. Поехали. А, вот смысл. О, красота, смотри. Да, да. Я не смешную. Не, черпашка мне больше всего понравится. Давайте, давайте, двигайтесь. Очередь на дегустацию. Хорошо видно. Если бы их не обламывали туристы, они уже длиннее были. Но на память. Ничего страшного. Вот откуда они появляются? Разница температур приводит к тому, что появляется здесь вода, конденсат. Он на стене появляется. Он появляется... Мы обсуждаем историю репрезентации выгорания и депрессии в буквальном смысле. То есть все это я интерпретировала под что если когда люди выгорают, они сгорают буквально. И вот такая была изначальная идея, а дальше куда-то это понеслось. Я не думала, что это разрастется на дома, но тема очень обширная. То есть все равно кажется, что я в какой-то момент все равно выйду вот куда-то в такую теплую грусть. Потому что я не могу себя физически заставить прям серьезно разбить сердце. Но, наверное, это не мне судить. Потому что обычно мне пишут, я так рисую комиксы и делаю истории вообще очень хаотично. Я восхищаюсь людьми, которые там что-то все расписывают, у них всякие заметки, пометки. Я полагаюсь очень ошибочно, наверное, на свою память. Потому что у меня есть какие-то заметки, черновики, но я, когда начинаю рисовать истории, я в какой-то момент туда заглядываю, так как не, фигня, надо по-другому. И начинаю совершенно другое делать. И думаю, я не понимаю, как люди так могут. Вот. И то же самое с любым другим комиксом, когда я начинаю работу над ним, я начинаю просто вот первую главу. Вот что будет, вот пролог, когда рисуешь, типа общая задумка, общая идея, и уже от нее ты куда-то идешь. И не услышали наши первые слова, или попозже тихонечко подойти, схватить книжку и убежать. И мне кажется, это для меня очень хороший способ был выразить свои мысли, которые я не всегда могу выразить словами, потому что иногда мне вот даже сложно иногда рассказывать сюжеты своих комиксов, потому что, как их объяснить, я такая просто, в общем я могу сказать, какие-то там ключевые моменты и так далее, мне сложно объяснить, мне проще сказать, почитайте, потому что в любом случае любую литературу все интерпретируют под себя, и любую там ситуацию, главу все будут, со своей точки зрения читать и смотреть. Вот, и комиксы, у меня просто обсессия на комиксы, я такая, это же красиво, во-первых.
это проще, чем анимация, потому что мультипликация намного сложнее, дороже и трудозатратнее, мне кажется. Ну, главное, наверное, не закапываться в яму перфекционизма, особенно когда есть куча идей, с которыми тебе еще хочется поработать. Иначе ты, мне кажется, не нарисуешь историю, не закончишь просто эту историю. Потому что вот сейчас даже я открываю первый том смысла, я такая, ой, плохо, закрываю. Вот. Мне кажется, я третий том закончу, а второй буду также открывать, но сам факт. Просто... Что ну, есть, что есть. Прогресс в любом случае будет, и если я буду каждый фрейм перерисовывать по 10 раз, когда у меня чуть-чуть скилл вырастет, я никогда это не закончу. Не надо, не надо, мы ждем новых историй. Да, мне кажется, это очень у многих художников есть такая проблема, когда ты, типа, страдаешь с этим, что не можешь ничего закончить, потому что тебе старое не нравится, ну, типа, главное. Мне кажется, я довольно быстро все это закончу, потому что я очень еще быстро рисую. Да. Мне кажется, просто на самой тяге того, что я хочу это закончить, чтобы начать что-то новое, потому что пока у меня много идей, пока я не состарилась, я хочу прям вот столько всего воплотить, что у меня там руки чешутся. Немножечко, привет, еще помусорю тему с рисованием комиксов. Да-да-да. Вот как победить вот этого маленького чертенка, который сидит... Скилл недостаточно, мне некрасиво, мне не... Бей его! Не, ну мне кажется, вот когда ты нарисуешь одну страничку, ты такой посмотришь, да вроде ничего, потому что когда ты комиксы рисуешь, они же вместе с диалогами, и они в целом, они смотрятся вкусно. Ну то есть даже вот в упрощенной легкой стилистике, тогда, ну мне кажется, бей его, реально. Будет ли это как-то... Виктор, да, Виктор такой, он мой любимый, наверное, персонаж со смыслом, потому что он очень неоднозначный, и я вот когда его сижу, пишу, у меня прям такое настроение, хитрая задница называется. Вот ты просто такой, что вы сотворите? Вы хочешь? Да. Я очень вижу, что вы раскрыть. Все по-черному. Почему ты? Оно недавно будет. Все надо, вот это... Нет, иди кривая косая. Я надеюсь, что ты сможешь. Сколько у тебя сильная рука, Артём? Зажми меня, браслет, я его потеряю. Давай. Давай. Сломается? Я не знаю, мало ли. О, спасибо. Не, нормально. Надо вот так. У меня вот так бывает. Я так хлопаю. Я хочу. Шоп, че? Это позор. Я должен уже золотерки. Нормально. Я хочу. Мне хватит одного, но это просто 3 года. Ой, глаза. Мне удалось начать его. Сэр, вы не хотите отпустить мои тити? Я заметила, что у меня вот тут морщины от ржачки постоянно, типа от смеха. И вот тут у меня полосочки морщинки появляются. Я, короче, старею. А еще у меня зрение село, прикинь. Как это смешно? У меня зрение село, короче. Не, нормально, у меня тоже. Мне очки надо новые. У меня очкам год, и они мне уже не подходят. Каждый у меня лучше, да, Сигма. Сигма.
Смотрите, какой он старый. Ему 13 лет. У него один глаз не зрячий. Ой, мусакит. Два котика в кадре. Ты так смешно отдаляешься. Ой, это как вот этот мем, который типа... Это рисунка. Ремонт готов. Я вам сейчас все покажу. Еще я волосы покрасила. Ну, как обычно, в каждом видео крашу. Такая, собственно, спальная зона. Конечно, обои немножечко криво поклеены, но извините меня. Клеили собственными культяпками. Первый раз в жизни. Поэтому сойдет. И вот такая рабочая зона. Это еще будет краситься в серый, но это попозже. Сейчас вообще не до этого. Тем не менее, в общем... Мне очень нравится мое рабочее место. Я вам его поближе покажу. Вот такое рабочее место. Вот это настольный мольберт. Это одна из лучших моих покупок,